Всем привет! С вами Ирина. В этом видео хочу показать вам орхидею, которую я купила на выставке. Она мне очень приглянулась. Приглянулась она мне тем, что у нее есть на цветоносах детки. Вы видите, на одном цветоносике у нас детка. Здесь же у нас бутон. Вот вторая деточка, у которой уже достаточно много корешков. Но, тем не менее, она решила зацвести прямо на мамочке. Вот ей прям так хорошо-хорошо на маме, что она решила процвести. Вы видите, какая маленькая эта деточка, какие маленькие у нее листики, и как она старается, и как она хочет процвести. Ну, это просто замечательное растение, оно мне очень-очень понравилось. Вот, плюс еще здесь есть у нас прикорневая деточка. И, как мне объяснил хозяин, у которого я купила данное растение, сказал, что эти растения очень-очень сильно любят давать деток. Вот я вам показываю название растюшки. Так что я, как только увидела эти растения, я сразу поняла, что одна из этих красоток поедут вместе со мной. И обходив полностью всю выставку, все-таки я вернулась к этому растению. Вот желание купить это растение не прошло, потому как при первом таком впечатлении, когда только заходишь глазами и мысленно покупаешь все, мысленно это все пакуешь и везешь домой. Вот, ну пока обходишь немного, посмотришь, ты прекрасно понимаешь, что все ты взять просто не в состоянии. Вот поэтому пришлось выбирать несколько растений. Ну и вот выбор мой почему-то пал на это растение. Даже, честно, не знаю, как оно зацветет, но вы видите приблизительный цвет уже. Так что скоро, с дня на день, уже растюшечка покажет нам свое личико. Я уже очень-очень жду, когда она откроет свои бутончики. И обязательно-обязательно вам покажу. Ну, а сейчас я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.